Прежде всего, хочу отметить вашу пунктуальность и обязательность. Примерно год тому назад, встречаясь с вами, ваше превосходительство, мы договорились о нашей совместной работе. Тогда было задумано ряд проектов, которые вы взяли в проработку и готовы были осуществить в Беларуси, начиная от сельского хозяйства и заканчивая строительством крупных инфраструктурных объектов. Мы договаривались с вами, что этой осенью, после президентских выборов, встретимся и окончательно расставим все точки над «и». И вот за это вам благодарен, что вы пунктуально, как договорились, приехали в этот день. Мы понимаем, что сейчас в мире времена непростые. Вызов брошен по многим направлениям. За инвестора в связи с этим очень идет острая борьба. И, конечно, ваша работа в Беларуси, те инвестиции, которые вы планируете осуществить в Беларусь, нам очень кстати сегодня. Объемы работ будут очень большие, поэтому мы в таком представительном составе сегодня собрались, чтобы не было заминки в ваших работах. Я помню ваше обещание, что вы построите здесь, в центре Европы, самое красивое здание и сооружение, которое будут визитной карточкой Эмиратов в центре Европы. Поэтому я готов обсудить сегодня все вопросы, которые в связи с этим возникли. И если есть какие-то проблемные вопросы, готовы их решить сразу же.